кабинке босс. Мэнди бросает сигарету в унитаз, и бах, все загорается. Да ну на. Ты еще кто? Эй, это мой кофе! Ну-ну-ну, выдыхайте. Во-первых, это не кофе, а бурда. Во-вторых, головной офис нанял меня потестить вашу систему. И, парни, вы прошли! Да? Рэй? Рэй, это Тобиас. Ага, здесь все отлично. Ладно. Да, передам. Рэй, она просит проверить роутеры. Послушай, что? Рэй, ты мне нужен? Кажется, за мной да. Летят. Да, отлично. Что? Спасибо, счастливо. Нет, бюрократы, Рэй, сами знаете. Эй! Блюм засечет меня. Пора валить. В Блюм я пришел, писая кипятком. Скажем честно, я повелся. Думал, мы сможем сделать что-нибудь сногсшибательное, но все было херово с самого начала. А теперь уже поздно, и CTOS разрослась. Блин, заперто. Надо срочно искать уязвимость в системе. Смогу запереть этих недоумков в их же офисах. Эй! Эй! Меня заперли! На тебе коридор! Я в офис! Лады! Лифтов отключили. Надеялись, я застряну, ага. Он уже здесь в лифте! Вперед! Быстрочеку... Не понял. Что, в городе съезд охранников? Отродясь, только не видел. Кого ищут? Реймонда Кенни. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. Книгу говорит «хмы», а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папа не просто не в курсах делишек этого Кенни. Что это? Что там промелькнуло? Пока в безопасности, но надо по-быстрому найти уязвимость.
все. Линяем. Твою да мать! Куда мне старому столько? Я целюсь. Тебя не возьму. Нет! Отвали, заткнись! Ладно, ладно. Десять сраных лет, Фрюер. Что тебе нужно? Вызови полицию. Нет, стой. Не вызывай их. Не верю я копам. Найдешь меня? Да остынь. Опять тебя паранойя кроет. Паранойя? Рэй, меня убьют, ты понимаешь? Да кто? А я не знаю. Мне чем-то врезали, и я вырубился. Кажись, я в багажнике. Ну, точно, в багажнике. Можешь проследить? С большим трудом. GPS-сигнал пропадает. Конечно. Они его глушат. Херово. Похоже, устранители. Твою мать. Ладно, я скоро. Похоже, старина Фрюер реально встрял. Но если я хочу свалить из Чикаго, мне пора. Блин. Нельзя его бросать. У меня телефон почти сдох. Где ты? Выдохни, мать твою. Пощупай замок, должен открываться. С новой тачкой прокатит. Не, ничего. Так, машина, походу, старая. Ясно? Старая тачка? Нет, ничего не ясно. Они могли снять замок. Там инструменты есть, может, ниша какая. Нам бы домкрат. Да. Нашел домкрат. Думаешь, я смогу отжать крышку? Именно, только они не должны услышать щелчок. Так что ты шуми там вовсю и ори. Вот. Так, погнали. Эй, выпустите меня! На помощь! Спасите! Открыл. Готово. Выгляни наружу, скажи, что видишь. Я вижу каких-то рабочих на дороге. Это Чикаго, их тут полно. О, конусы! Вижу дорожные конусы. Грёбаные конусы. Здание Фрюер компании. Что ты видишь? О, это же... Не знаю, что это такое. Ну же, чел. Жилой дом, наполовину разрушенный. Какие-то трущобы. Похоже, ты Уордс. Круто. Фрюер, еще что-то? Только куча домов. Может, надписи какие? Я не вижу. Стой, еще конусы. Мобила вот-вот сдохнет, быстрей! Вижу тебя! Так, теперь закрывай багажник и... пристегни ремни! Так, стой! Какие ремни? Тут нет ремней! Сейчас немного потрясет!
Некогда мне с тобой спорить! Хочу, чтобы он бросил тачку! Соображал. Черт! Скорее всего, он до сих пор винит меня во всех своих долбанных проблемах. Спасите! Выпустите! Шокером, за что? Ты это, монтировку брось, маньяк. Я не маньяк. Выкладывай, чем ты насолил устранителем. Я? Себя спроси. Вы Робин Гуды, хреновы. Вы с Роуз сдали Блюм, а я теперь постоянно прячусь. Вы все испортили, Рэй. Ну, конечно. Мы из-за твоей шизы постоянно рисковали собой. Ну, Роуз уже мертва, а этот твой фортель в 2003-м. Сколько погибших? Да. Но нет, вина на мне. А? Ну ты скотина. Прости, не хотел. Я... Знаешь что, Рэй? Спасибо, что спас. Счастливо тебе. 11 погибших. Линдси Гарсия. Джереми Коннорс. Ну еще? Я могу продолжить список. От Блюм никто не спрячется. Поверь на слово, они в таких случаях юзают мой код. Я готов помочь. Но сперва пнем Блюм. Поймем, что они знают. Можешь пожить у меня. Только вещи не трожь. В систему мою не лезь. И вообще тихо будь. Да. Возьми себя в руки, знаю. И самое главное, не трогай мое пиво. Я не пью. Ну точно. Докажи, что дело стоящее. За твоей старой норой следят. Если приманишь этих козлов, отследим их до самого логова. Да-да, не пойдет. Обсудим все, что тебя парит, по дороге. Готов? Нет. Славно, вперед.
аптеку грабанул? Сильно действующий антацит. От изжоги. От нервишек. Честно, я бы всем и каждому их прописал. А то сплошь уродово гро... Ты бы тоже принял? А, нет. А эти? Эти? Не буду эти. Тебе нужно успокоиться. Жить без таблов. Я и жил без них. Я... Все было в норме, пока ты не разозлил Блюм. Тогда я был спокоен. Слушай, я же не знал, что... Не парься, Рэй. Сейчас накроет. Стану лапочкой. Я думаю, мы скоро прижмем этих уродов. Я и узнал, где они засели. Если мы выясним, кто у них главный, прикроем лавочку, а там появится время вытащить тебя. Эй, ты как, справишься? Глупый вопрос. Алекс. Нет, прошу, нет. Тише, тише. Я вытащу тебя отсюда. Ты психи. Твою мать, они просто нелюди. Ну-ну-ну. Хватит, чел, спокуха. Ты Рэймонд Кинни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать? Я ног не чувствую. Такс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Вы еще там? Алло. Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена. Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек... Заставишь тех козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Помнишь мою сестру? Если повезет, чувак уже успеет накатить. Так будет проще. А! Что ты? Ты сучонок! Есть! А! Короче, Рейки не у нас. Да, около бара. Он у твоих парней. Ugh.
мощная штука. Ладно, не впервой. Вперед. Башка трещит. Надо догнать этого парня. Что это? Кетамин, что ли? Так, надо взять себя в руки. Блин. Полиция считает Реймонда Кинни, работника Bloom Industries, причастным к блэкауту, в результате которого погибло 11 человек. О мотивах Кинни не сообщают. Нет! Нет! Это Гонева! Все было по-другому! Ты! Ты убогий, сраный психопат! Небось, дрочишь! Пошел ты! Сука! Сдохни! Черт! Самоубийство, сказали они. Но за ним следили. Если бы не блэкаут, он был бы жив. Убил его ты. Убийца. Убийца. Я просто хотел всех предупредить. Сказать людям о том, что им грозит. О том, что система может вырубить всего один человек. Потом семьи жертв обнаружили на своих счетах крупные суммы. Это ты пытался купить прощение? Я хотел как лучше. Так и будет, Рэй. Обещаю. Стой на месте, сука! Блин, ладно, ладно. Лови, ответим. Что? Я не могу. Не ссы ты. Лови момент, чел. Представь, что ты шпион из этих твоих комиксов. Да пошел ты, Рэй. Готово? Готово. Обоих? Да, да. Обе цели устранены. Так, ясно. Притащишь дефолту трупы. Адрес пришлю. Кто так подражает? Ты бездарь! Слышь, он клюнул. Готов. Лети ты. Отключайтесь. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту.
Я, может, и виноват. Но вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание. Не вы. Не вы. Что ж, выбор сделан. Прощай, Рей. Ольга. Сайонара. Подними маркер. Мобилу подними! Решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. Торбис. А? Я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, Фрейер. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. А не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. О. Хотя... Допустим, я останусь на какое-то время. Поискать бреши в сети Блюм. Поможешь мне? Ты еще спрашиваешь? Наша команда снова в строю! Но минус один. Ничего. Это поправимо. Есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да. Он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? Блин, смеется он. Ну, прости, тоже штырит. Что мы пьем? Что-то под названием Замбези. А мое пиво куда дел? Я его вылил. Оно воняло. Неужто пиво? Ну, уж точно не фруктами. О, вот дрянь! От фруктов ни следа. Стоп. Вон оно чё. Ага. Послевкусие фруктовое. Проще будет соков взять. Ты безнадёжен, Фрейер. Твоя очередь. Чё там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Блин, Рэй, ну, чего ты ломаешься? Ты попробуй, не просто так народ это обожает. Чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Нет. Да? Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Ну не нуди, я же с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетово. Рэй? Съешь этот сраный бургер. Нет.
Жри. Нет. Хоть кусни. Нет, Штайзер, ушарахну. Я тебе его... Сейчас, блин. Твою ты мать. Да не гони, он вкусный. Я бы сказал, охрененный. Ха-ха.